танк в упоре. Надо будет его принять вот здесь где-то. Очень плохо на углу сейчас будет выходить. Дадим арты ему. Абрамс, блядь. Сейчас леопард примет. А я его разменяю. Так, сверху двое, да? Наверх очень опасно ехать так-то. Меркави, надо башню ломать. АГС. АГС не видит меня. Сначала зарядимся наполовину, хотя потом выйдем. Вот. Но они здесь всегда сидят. Поэтому сконтрить их довольно просто. Брэдли же, конечно, мы не отпустим никуда. Это ведь наш фраг. Там танк был. Брэдли мы не пускаем. Можно остаться наверху, но есть шанс получить в борт вот оттуда. А там кто-то стоит. Так, подо мной танк. Так, ну Меркаву не будем трогать. Меркава целая, там командир заряжающий без каких-то либо повреждений. Поэтому нам надо ждать нижнего типа, когда он поднимется выше. И потом, когда Меркава немножечко обо мне забудет. Блин, плохо, я не раскачал. Надо было сильнее. Я думал, достанет. Отлично. Он выбитый, можно спиздить фраг, называется. А, он не выбитый был, оказывается. Ну, значит, мне очень сильно сейчас повезло в этом моменте, капец. То есть, по нему прилетело, я хотел спиздить фраг, и чуть за этим, в общем... Было бы плохо, если бы он меня убил. Ну, я был бы наказан, получается, за свой... Мув. Так, а вот это уже плохо. Меркава на двучлене. Так. Но он мне дает понять, что не нужно агрессировать. Давай бросим его, типа. Уходи. И я уйду. Лимит везения исчерпан. Ну да, я два раза донканул, сейчас так нормально прям. То есть в теории я могу вообще уйти вниз. В сторону леопарда. Вот сюда. Мне надо подсадить типа. А чтобы подсадить типа какого-то, надо как-то сконтрить Меркаву сверху. Я могу уйти в сейф, могу упасть вниз. Это Меркава кинула. Здорово, укус. Мне Вартундер сломал ком. При запуске клиента отрубает джетский диск. Сижу, ломаю голову, че с этим сделать. Хм. Странно. Очень странно. Так, налево ушел.
пропустим вперед его. Вот так. Так, ну смотри, у меня получается Меркава наверху, ее убили. Б и А, это пусто. Сверху пума и леопард. Будем тогда ориентироваться по фрагам. Если они сдохнут, значит наверху типа есть. Ну, осталось как бы два танкиста. Один где-то висит на вертолете. Где-то на вертолете. А другой... Типа у них у обоих по одному. У этого ноль, у этого... Это где-то задрочил, я не знаю. Где-то загасился анально прям. Возможно, даже на респауне. Можно попробовать найти его. Но так как я делал... в первый выстрел, конечно, это было прям на тоненького. Там могло хватить раскачки, но... Прям не хватило пикселек. Это опасно. Ну, не советую так делать. И, соответственно, второе... то, что я хотел спиздить фраг. И меня чуть не отпиздили за это. Ну... Я просто понадеялся на то, что по нему залетело, у него вспыхнула бока, я думал, там выбило башню полностью, потому что он ей не двигал. И я думал, что, ну, сейчас просто тупо постреляю. Подсосу фраг, а в итоге он был целый, и он меня не пробил. Считай, что мне повезло. Но это турбосовод. То есть стандартная. В принципе, тут танки были. Их довольно легко было сконтрить. Леву норм. 10 киллов вот выехал. Типуля сейчас будет спускаться. Могла быть ядерка, но если бы бой длился подольше. Тогда да. Ну, бой короткий. Они все на горе отлетели. Тайпок. Все. Бой не полный. Если был бы полный, было бы, наверное, больше фрагов. Ну, единственное, в начале, да, я разменял леопарда, потому что, ну... Если бы леопард не разменялся, возможно, не было бы 10 фрагов. То есть я использовал союзника, получается, в своих целях. Я его разменял, типа, его убили, я сразу разменял Абрамса и поехал делать фраги. 4 килла. Потому какого-то, типа, вон, 8 помощи. Сразу видно, кто фраги у него спиздил. Нормальная машина. Вот сотку дали, слушай, на премии. За 10 фрагов. 100 тысяч есть. Нормально.